Всем привет, Кент на проводе, и сегодня я вам расскажу, что же вам необходимо сделать, чтобы на вашем Android-устройстве можно было запускать Minecraft ПК-версию. Ребята, вам необходимо скачать Minecraft Pocket Edition 0.15.1, также вам необходимо скачать блок лаунчер 0.15.1, дальше мы нажимаем кнопочку настройки, то есть это гаечный ключ, кто не знает. Дальше мы нажимаем настройки BL, то есть настройки блок лаунчера. Мы листаем в самый низ и нажимаем на эту кнопочку Use Destroy Guy. Мы ее активируем. Дальше, ребят, мы обратно переходим в блок лаунчер. Но у меня, как обычно, небольшой баг. А, не, все нормально. Я уже думал, что, как обычно, меня крашнет. Не, ребят, все в порядке. Теперь нажимаем играть. Давайте мы создадим новый мир, чтобы все было ясно и понятно. Чтобы потом не говорили, что Кент читак и прочее. Новый мир, выживание. Создать мир. И как видим, наш Minecraft на Pocket Edition превратился в Minecraft на ПК. То есть мы видим сердечки снизу, мы видим такую же самую систему крафта, как и на ПК-версии, то есть тот верстачок. Всем большое спасибо за просмотр данного видео. Мне будет безумно приятно, если поставите лайк, сделайте репост в социальные сети, чтобы ваши друзья тоже узнали, как же можно сделать на Pocket Edition ПК-версию Майнкрафта. Так что, ребята, обязательно поделитесь, скиньте вашим друзьям данный видосик, чтобы они тоже узнали эту прикольную фичу. А с вами был ваш Кент. Всем удачи, всем пока.